Ну що? Здорово. Здорово. Привіт. Фейк хендшейк, хоча ми вже два дня знімаю. Это съемки клипа «Я хейтер», сейчас у нас 2008 год. Это будет самый ужасный клип в истории русского рэпа, мы полностью облажаемся, над нами будут смеяться. Мы на улицах Берлина, и мы снимаем клип на трек, который называется «Первый класс». Первый класс, легенда рэпа, смотри, враг не спи. Я чичи читаю, МС улетают, как птицы. У твоей кисы, кисы, бородавка на пизде. Первый день, погнали. Батя всей сцены, митяй, ты тустерны. Пляски в конце, твоя мать, инженер, да ведь нежен. Но будет у тебя на эти стены. Это Даниэль Злосин. Довольно редкий случай, когда два человека достаточно долго являются, можно сказать, фанами. Фанатами друг друга. Даня из Харькова изначально. Да. Приехал в Германию в каком году? В четвертом году. Раньше у тебя была компания Street Cinema. 2006. Вот, наверное, с 2006 года я и смотрел твои. Потому что те, кто за мной следят, знают, что я супер фанат немецкого рэпа уже 25 лет. И снял 800. Больше 800. Больше 800, да. Рэп-клипов. Именно рэп-клипов. Немецкий. 800 немецких граждан. Да. Какая твоя история? Моя история — то, что я слушаю тебя. Я слежу за твоим творчеством уже с 2012 года или 2013 года. Вечный жид, Горгора, красота, уродство. Все у меня на репите стояло. Был у тебя на концерте в Кёльне. Покупал билет. В 16-м. В 16-м, да. Был на концерте в Берлине. Собственно, был Ро. Да, с ученицами знакомились впервые. Да. Впервые. Вот, и потом ты... Ты расскажи, как ты мне 2 часа заставил просто ждать, ты меня просто забыл про меня. Чего? Чего? Это где было? На Ро? Да. Мне после Ро сказал, ребята, вас заберу, подождите возле... Это кат, это не войдет, не войдет, потому что люди не должны знать, что я вообще способен на такое. Это я помню, а так все. Это не войдет. Да, я впервые об этом слышу, так что... Дома поговорим. Я вспомнил Стэна, как он ждал автографа, как фанат. Блядь, I don't know. Берлин, Кобус Атво, много приятных, вежливых, молодых джентльменов. Я жил в Германии сам 7 лет, очень долгий срок. Я говорю по-немецки, вырос на немецком рэпе, я начал слушать рэп с Куль Саваша. Как тебе вообще в Германии снимается? Есть разница? Вот ты с многими командами уже работал. Смотри, из-за того, что я из Германии изначально, это для меня не то, что я приехал, блин, в Париж и решил там снять клип. Я приехал как бы отчасти себе домой. И в Берлине я был очень много раз. И всегда как-то пересекался. То есть еще тогда, когда была Optic Russia. Первый класс. Назови 10 артистов, для которых я снимал видео. 10 пушопов. Сидо, Олега. Кстати, Оксибатет Иману. Парит Бэй. Хатар. Хаппи Фейл. Аллигатор. Эко Фрэш. Лео. Кейси Ребел Саммерджер. Да, все эти клипы по-любому смотрел. Мне кажется, ну то есть я знаю всех артистов, которых он назвал. И скорее всего это будет быть. И мы с тобой списались, я не помню, ты мне написал, помню, что хочешь мне снять клип. Это было лет 5 назад. Да. Вот, и мы все время, да, однажды этот день настанет. Мы сняли стрип-клип со всеми атрибутами немецких стрип-клипов. Стрип-клип. Это тоже. Стрип-клип сняли. Много жоп, очень большие. Много жоп. Просто все, что снимается в Берлине, всегда получается очень стрипово. Все либо наши ребята, либо ваши ребята. Все крупные ребята. За свои, да. Кроме девочек. Кроме девочек. Это не наши девочки. Никаких контактов. Абсолютно. Что, блядь, происходит? Что происходит, чувак? Это не мой клип. Скажи мне, пожалуйста, это серьезный клип? Это очень серьезный клип. Когда я увидел, когда пришли 300-400 фанатов, меньше, чем за день. За 10 часов. Как они все просто разрывали, это дает кайф. Энергию и кайф. Еще раз огромный респект всем, кто пришел. Я очень надеюсь, что все попадут на видео, как минимум, с дрона. С дрона стоп. А можно зумить, чтобы они находились? Ну, относительно. Что в кат? По сравнению с тем, что ты делал... Не дай себе отвлечь, иначе я забеспокоюсь. Дай я догнать, чек тот номер.
Мы в Европе. Нормально. Да. А, было типа... Это Берлин. Да, это Берлин. Постоянно наркотик, просто постоянно. Менты, вот это как раз к тому, что я хотел сказать, что стресс этих съемок заключался в основном в том, что на код Пустото очень много ментов. И вчера конкретно была проблема, что эко-активисты прикрыли себя к асфальту за типа час до того, как мы должны были именно здесь снимать. Перекрыли весь перекрыли. Код, всю локацию. Потом, когда мы подошли к месту, где была фан-встреча, там уже стояли менты. Вот этот стресс, связанный с этой фан-встречей, что пришлось из-за этого очень быстро двигаться, и еще драка была. Что за хуйня? Растащите их, блядь! Бля, может нам пойти вниз? Пойдем вниз. Это вот не имело отношения к нашим фанам. Какой-то типа... бомж пришел на съемку, кому-то дал... Разбил к нашему хаусмастеру, который давал нам ключи, разбил ему голову, приехали менты еще больше. И, короче, вот с этим был связан стресс. Но плюс, извини, у нас был дрон, который тоже не совсем оформленный. Скоростной дрон, который, на самом деле, нельзя снимать в центре города. Два дня подряд. Мы два дня подряд на улице снимали. И, короче, да. Постоян был охуенным. Пососи мой хуй! Этот прибег, да, я думаю, на концертах это будет... Это будет разъем просто, я думаю, будет разъем. You know. Пососи мой хуй, мой красивый хуй! Мирон, ты красавчик! Спасибо большое, ты тоже. Пососи мой хуй, пососи мой хуй, пососи мой хуй, мой красивый хуй! Привет, Мирон. Куплет вчера дописал. Сегодня поеду в студию, где вот я раньше музыку записывал. Вот сегодня буду разговаривать насчет этого. Все, Артем, на подъем, надо панчи искать.